Добрый день, друзья! Давайте сыграем в игру Knights in the Tight Spaces. И название этой игры является явно отсылкой к другой карточной игре, тоже рогаликом Fights in the Tight Spaces, сражение в тесных пространствах, очень стильному рогалику. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта игра, которую делали другие разработчики. И давайте сразу с новой игры. Так, можем самый расслабляющий способ играть, это можем зазнать играть. Вот по умолчанию давайте за храбрецов. Рестартов нету, у врагов стандартное здоровье. Как понимаю, одна карта движения будет вытянута на каждой руке, а не откат. Да, давайте. В принципе, все очень похоже на ту игру. У нас есть браулер, только будет сражаться кулаками. Есть боец. Давай, наверное, возьмем браулера. Специалист по безоружному бою. Его лучшая сила — это сражаться кулаками и ногами. И можем взять бойца, хорошо натренированный большим количеством боевых стилей и техник оружия. Это один из самых универсальных. Давайте с универсального начнем. Нам показывают его имя. Джеффри Браун. Денис Лямаре. Пусть его зовут так. Стартовые предметы — меч и щит. Отлично, остаются аспекты. Безоружная атака носит больше урона. Атаки с оружием ближнего боя тоже носит 25% больше урона. И поехали. Добро пожаловать в игру «Рыцари в тесных пространствах». Похоже, ты первый раз играешь в игру. Скажи, ты знаком с игрой «Fights in the Tight Space»? Да, но давай немножко напомню, о чем там. И вот у нас тренировка идет. Кнопку «E» мы вращаем в одну сторону, «Q» вращаем в другую сторону. У нас есть арена. Так, а куда нам надо нажать? Все, повращались. Нам выдали карты. Вот, карта Джеба носит 3 урона и дает 1 моментом. А эта карта... носит 15 урона и тянем карту, 2 карты. Так, а где нам... Вот, дальность у нас указана, да? Где у нас? Где у нас указана, да? А, вот, дальность 2. Дальность 2, давай. Окей. Так, оживленный воин. Кто-то вернулся к битве на вечном поле боя. Собирается наносить 8 урона. На дальности 2. Сохраняет дистанцию. Так, вот явно должен быть что-то. Так. 3 урона получаем моментом. Фокус можем получить моментом. Давайте получим моментом и атака в прыжке. Так, и теперь, так как мы с ним рядышком, давай его ударим. Так, вот явно должны быть какие-то диалоги. Вот их почему-то нету. Поэтому давайте, наверное, завершим ход. А я хочу сделать шаг. А мне говорят, заверши ход. Давай завершим. Сложно понять, что делается, если нету текста. Поэтому давайте перейдем уже к самой игре.
Так, все. Не надо нам напоминать. Разберемся по ходу. А покажи вот новые фишки. Если что-то новенькое, может тут у тебя будет описание. Вот, у нас есть описание. Это хорошо. Так, Tutorial Bro, клирик. Можно использовать магию волшебной атаки. Множитель урона 0.8. Атаки оружия накладывают уязвимость. Наносит на 50% больше урона сверхъестественным врагам, на 25% урона меньше урона обычным врагам. Окей. Наносит 5 урона дальности в 2. Удар мечом. Есть фаербол. Так, удар, чтобы оттолкнуть. Так, и теперь можем в него выстрелить. Или запустить фаербол. А куда делся наш бро, который нас обучает? Ага. У меня целая пати есть. Кем я управляю? Причем, вот, кажется, цвет он не очень... Он сливается с цветом врагов. Вот это я одним управлял, а тут сразу несколькими. Но у меня одна колода. В зависимости от того, кем я буду играть... И несу разное количество урона теми же картами. И в принципе бойцам я могу ударить тебя. Нанеся 10 урона. Тебе в принципе 10 урона и надо нанести, но у тебя 8 щита. Получает 8 блока. Каждый ход собирается бить на 10. Окей, и он помог ему. Это интересно. Ладно. Что-то здесь явно должно быть написано. Так, можем дышаться. Класс. Вот такая взаимопомощь мне нравится. В той игре так могли делать только с противники. Так, можно придуться на другую сторону врага, получить моментум, делать шаг. Так, можем приминуться на 2, а можем нанести урон. Я тут не помещусь. Я сейчас к тебе подойду на 2. Я ж тебя не ударю сам. Вот мы только пока здесь постоим. Ты? Окей. Что мы возьмем? Можем получить оружие. Максимум здоровья, да? Оружие получим. Так, топор. Денис для Маре получил топор. И я могу уйти. Но кто будет защищать это место? Против всех...
бездомных бродяг в королевстве. Но все единственная причина, почему они все пришли, это ты. Я слышал, что я хорош в этом деле. Такое решение было принято для тебя, поэтому ты... А ты собираешься завидеть врагом? В общем, двери открываются, и убегают злые ребята. Ладно, давайте с ними сразимся. Ну или попробуем, по крайней мере. Так, я один. Так, избегайте тейлов. А, вот это тейлы бездны. Это пространство, которое далеко снаружи доски. Эти пространства сразу же убьют любого, кто в них войдет. Можно получить в качестве нашего преимущества, но будьте осторожными, чтобы нас не вытолкнули. Окей. Люблю, когда нам показывают руководство, не люблю, когда нам его не показывают. Так, можем отразить наши действия обратно, начало текущего хода. Так, а нам надо что сделать? Надо, по идее, поменяться местами. Вот слип, можем в другую сторону его отразить. И толкнуть и нанести ему урон. Или нанести урон двоим. Да, сперва слип. Ну что, прийти на другую сторону врага. Вот он я. Че, слип? А, я могу сюда перейти? Не знаю, что. А, да, да. А, надо было его толкнуть просто. Ну ладно. Обложились. Если мы его толкнули, было бы лучше. Ничего, мы сможем толкнуть его прямо сейчас. Так, мы можем тебя до 19 урон, только я 35. Тебя по-хорошему бы толкнуть. У нас ничего нет, что нам позволяет его так продамажить. Можем ударить тебя, у тебя 14 здоровья. Хотел бы тебя выкинуть, но увы. Так, у нас 3 энергии. Так, 6 урона соседним нам не подходит. Мы можем делать флеш-кик. На дистанции 1. Можете на тебя на 18 ударить. Отскочить сюда. А можно делать длинный удар в тебя. Так. Так, это мы можем 18 урона тебе нанести. Но это будет мало. Можем к тебе подойти. Можем использовать флеш-кик, чтобы подойти и добить. У тебя сколько? У тебя мало здоровья осталось. Потом флеш-кик. Подходим. И тебя добиваем. И используем дэш, чтобы передвинуться. Мы 9 урона нанесем. Потом мы тебя добьем. Так, он отобьет вперед. Отойти мы уже не успеваем. Ладно, получаем урон. Надо по самому начале было выкидывать. Так, еще двое пришли. Что мы можем 18 урона ему нанести. И отойти. Красивый ход. Так, эти двое будут атаковать клетки перед ними. Это пока не так интересно. И мы никого перед собой не видим. Но можем дышаться куда-то сюда, но у него 14 здоровья. Мы за единичку 14 урона мы ему не нанесем.
Что-нибудь, что позволит нам передвинуться. Вот одно есть движение. Больше особо движения у нас нету, поэтому, наверное, пока стоим, ждем. Пусть подходят. За дверью мы их сейчас не отпихнем уже. Так, можем атаковать противника на один противоположный тайл, нанести 5 урона. Можем придвинуться за сторону, в сторону врат врага. А давай-ка мы скользнем сюда. И попробуем толкнуть тебя. Ты толкнешь его. Либо можем до тебя. Можем 14 урона тебе здесь нанести. И так будет лучше. Можно, конечно, вас друг друга толкнуть, но зачем? Так. Он подошел. Что, бьем его на 26? Ему больше-то не надо. Мы получили 2 урона, что не очень хорошо. Получаем награду. Лечащее заклинание. Целевой персонаж получает 8 здоровья. Ну, может, только... Так, пиночек. Пиночек, 6 урона и толкаем противника. Либо бежим вперед. Затем бьем на 6. И толкаем. И контр. 10 блока. 10 урона. Давай пиночек возьмем. Бармен. Ты знаешь, кто это была? Итак. Я не знаю, что я буду узнавать каждого, кто хочет мне надрать задницу. Но тебе хорошо бы с ним узнать. Эта банда контролирует целый регион. Тебе нужно быть готов. Будь готовым, потому что они найдут, что ты тут натворил. Они за тобой придут. Они придут за всеми нами. Так. Миссия. Новый друг. Слышал, ты тут проблему вызываешь? Я бы поспорил. Проблемы сами ко мне приходят. Это только начало. Давай я могу предложить тебе свою помощь. Давай. Так, и Джеффри Уиллоуби становится членом нашей команды. За 100. Дай пробую его нанять. Наняли. Конечно. Случайный странник. Давай вместе сражаться с плохими парнями. Так, некоторые бездны находятся за перилами. Его персонаж, который толкнули за перила, сразу же умирает. Броски, которые двигают персонажей вокруг, нему нельзя использовать, чтобы бросить противников через перила. Перила выделяются красными, если нажимаю кнопку «Показать инфу». Окей. Вот у нас перила. Здесь у нас, наверное, есть перила, да? Да. Надо пробовать соперника сюда как-то завести. Так, этот соперник будет бить его. А мне надо как-то подбежать к вам, да? Ты можешь куда-то уйти с моей дороги? Потому что ты немножко мешаешься. Что у нас есть? Удар. Ударом ты нанесешь мало урона. Так, 14. 10. Ты можешь отбежать на 2, а можешь 9 урона. Ну, по идее, на дистанции 2 Heavy Strike я могу в него ударить на 11. Давай ты вот сюда отойдешь. Тебе, конечно, вот этот товарищ может прилететь, но... Теперь я
Если наш Денис Лемаре может спокойно использовать тяжелый удар. А, не может, ему надо подойти. Ладно, давай дэш. Так, удар или флешкик? Давай сперва флешкик у тебя. Отлично, минус один. Вот только я отошел. Что может не очень хорошо. Блока у меня больше нету. Ладно, этот стреляет мимо. А этот бежит и бьет меня, к сожалению. Ладно, мы научимся планировать так, чтобы нас не били. Так, товарищ с палкой пришел. А мы достаем новые карты. Можно нам их показать, эти карты, пожалуйста? Во, показали. Размах. Соседним персонажам в арке 5 клеток можем нанести 6 урона. И это было бы только, если мы стояли где-то вот здесь. Или вот здесь, чтобы этих двоих ударить. Быстро 12 урона. И отбегаем подальше от цели. Слушай, это можно сделать. Бьем в тебя. Отходим сюда, чтобы когда этот будет его бить. Да, давай. Выстрел с отступлением. Красиво. Красиво. Теперь Денис. Денис может делать просто быстрый удар на 11. Мы ему поможем. Так, я могу сделать быстрый выстрел у него. Сколько у него здоровья? У него осталось 2 здоровья. В принципе, я его победил. Но надо подготовиться к этим двоим. И вот здесь кто-то появится. Поэтому я, наверное, скользну вот сюда. По дуге из 5, говоришь. А, надо 2 ставит. Зато я могу разыграть быстрый выстрел в тебя. Все, конец хода. Так, есть ли у меня размах? Есть длинный удар. Это неудобно, что карта спрятана, пока я не выберу кого-то. Так, быстрый выстрел есть. Но только для нашего лучника. Он должен справляться с вами. Есть у меня слип. Слип у меня есть. Я могу скользнуть вот сюда, чтобы уйти от вашей атаки. И, наверное, стоит так сделать. Давай скользнем вот сюда. Здрасте. Так, теперь пиночек. Могу ударить на 8 кого-то и толкнуть. Я думаю, так я его толкну, он получит урон. И могу ударить тебя. Вот я, наверное, обычно просто ударю. Давай пиночек в тебя. Да, он получил 4 урона. Так, теперь давай, наверное, быстрый выстрел в тебя. Хорошо. У нас осталась одна энергия. Мы можем нанести ему длинный удар. И мы при этом сохраним дистанцию. И нам проще будет его бить в следующий раз. Окей, завершаем ход. Так, стан, негативный статус, с которого враг не может двигаться. И в следующий ход он спадает. Окей. Тут у нас один правый враг остался. Так, не забываем выбрать. Кого можем толкнуть врага в противоположном направлении. Неправильно мы это сделали, ну ладно. 6 урона получили. Но тем не менее, за 4 хода, плюс 55%.
Кстати, потом надо будет реплей посмотреть. Тоже забавная вещь. Мы можем получить одну энергию. Полезно. Быстрый удар. Носим 4 урона и толкаем. И значение занято, он получает урон. Либо быстрый удар за единичку 8. Давай быстрый пиночек. Будем попытаться пытаемся им скидывать. Они отправили много людей за тобой. Что ты конкретно сделал? Да я просто хотел выполнить работу все. Была выпивка вручена. А твоя-то мотивация в чем? Они забрали у меня. Мне нужно вернуть то, что мое. О, тайны? Ну хорошо, Джеффри. Похоже, что у нас старый добрый квест. Можем не согласиться и получить 8 здоровья, а можем разблокировать побочные квесты. Мы не можем быть единственными, кому эта банда насолила. Должны быть другие, кому нужна наша помощь. Согласен. Ты прав. Нужно поискать опасности противостоять. Так, можем пойти сюда. В кузню. Либо к торговцу. У нас 100 монет. Давай, наверное, пойдем в кузню. Что он предлагает в кузне? В кузне предлагают взять оружие. У нас 100 монет. Что такое за медальон? Темный медальон. Эпичный. Мы становимся настроенными. И добавляем карту темная магия к нам в колоду. Какую темная магия нам, к сожалению, не покажет. За 10 можем взять волшебный молот. Значит, дополнительно 4 урона к скелетам. То же самое, что и обычный молот, но с магией. Так, можем взять короткий меч, обычный, то есть на единичку меньше урона от оружия, тянем больше карт. Есть отравленный клиночек, но он дорогой, может пока ничего не покупать. Есть чит, уменьшает входящую атаку на единичку, либо взять тебя и научиться колдовать. Даже не знаю. А давай возьмем. Пошли на инвентарь. Ты надень. Вот. У нас есть меч. Меч, конечно, наносит 2 дополнительного урона. А этот наносит 1 урон. И убирает 2 блока у цели при атаке. Но я, наверное, все же возьму меч. А не топор. Потому что меч более редкое орудие. Больше урона от оружия, это, наверное, лучше будет. Можем покучаться так. Активных артефактов, говорят, сейчас нету. Деньги мы потратили, поэтому давайте завершим эту встречу. И пойдем подеремся. Ведь для этого мы здесь. Так, нам, наверное, какой-нибудь фиолетовый цвет выбрать. Так, кровотечение, негативный статусный эффект, который стакается вместе. Выносит урон, равный текущему значению кровотечения на персонажа в начале хода. И уменьшается с каждым ходом. Окей, что у нас тут? Вот только дверь. А, дверь и окна есть. Давай тебя мы в окно выкнем. Странно, что я не могу выше туда как-то подвинуться. Этого немножко не хватает. Так, надо тебя в окно пнуть. Выберем меня. Я синенький. Так, можем толкнуть тебя в противоположном направлении. И это будет хорошо. Давай так и сделаем. А тебя толкать тогда? Бу. Чуть-чуть она не толкнулась. Странная. Ладно. Можем убежать сюда и бить его тогда. Тратить дэш. Давай слип тогда потратим, чтобы отсюда отойти. Заряженный удар. У тебя 55 здоровья. Девять. Так, у тебя 26 здоровья осталось, но у меня не осталось энергии. А сейчас меня будут бить и там, и там. Давай еще раз рестарт.
Посмотрим как-то по-лучшему. Так, ты отталкивает врагов на один. А, так я думаю, я тебя это. Несу урон пушем. Ну как-то он. Нет, он не толкнул ее. Просто 9 урон нанес. Можем тебя оттолкнуть, но ты больше 9 урона. На 2 куда-то отбежать. Заряженная атака не так-то много тебе нанесет, ты здоровяк. Как нехорошо. А если на 2 двинусь, то могу вот сюда двинуться. О, ты. Так, меня никто не бьет. Тебе вопрос, как бы нам. А, ты можешь их толкнуть, чтобы не получать урон. Либо на 20 тебя пробовать ударить. На 20 тебе будет недостаточно. Значит, надо как-то. Быстрый выстрел. 9. Либо выстрел отступления. В тебя. Так, ну я получу урон от него. Могу нанести 6 урона, а могу пытаться тебя оттолкнуть. Так, он будет бить вроде ее, меня никто не бьет. И тут меня никто не бьет, что хорошо. Все, я вроде без опасности. Все, завершаем ход. Отлично. Они бьют друг друга. Замечательно. А всем передвигаются. Так, у нас здесь, кажется, окно есть. Мне бы как-нибудь зайти сюда и тебя толкнуть. У меня есть слип на это дело. Давай слип. Так, я же могу тебя пнуть? Все, он свалился. Минус здоровяк. Отлично. Теперь. Можем быстрым выстрелом вынести тебя. Но у меня будет такой. Ты будешь такой ты. Что несколько мешает? У меня две энергии еще есть. Мне бы отсюда отойти как-нибудь. Хотя бы вот сюда. Это хорошо бы вынести тебя. Тебя могу вынести, если тебя, в тебя выстрелю. Давай в тебя выстрелю, а потом сделаю дэш. А, ты выжил. Нехорошо, значит дэш. А куда мне делать дэш? Дэш на 2 везде плохо. Тогда, наверное, 10 блока. Либо еще один выстрел, но тогда у меня не будет энергии, чтобы отойти. Ах, не тем сыграли. Не тем 10 блока разыграли. Это зря. Вернуться обратно мы уже не можем. Получаем урон. Увы. Жаль. Но мы учимся. Вспоминаем, как оно. Так, подавляющий выстрел. Вот неудобно переключаться пока между ними. Вот что я заметил. Так, он вешает стан. Дальняя атака, которая наносит 10 урона. Нам бы дэш делать. Так, а ты отойдешь сюда? Так, ты можешь делать дэш, конечно. Блин, тобой бы в сторону отойти. 23 и 25.
Мы с вами можем сделать дэш сюда, и тебя пробовать вдвоем забить. Давай тогда так и сделаем. Сможем, и 35 здоровья. 8 урона уж вот так. Быстрый выстрел. Во, подавляющие двое. А чё? А, дистанция должна быть 2. Я тебя так не смогу. Тебя не смогу. Быстрый выстрел могу в тебя. Но товарищ мой не особо мне в этом поможет. А, хотя 13 урона, но он все равно жив, зараза. 6 урона осталось. Неприятно. Неприятно. Ладно. Ничего, начнем новый забег потом. Я думаю, тогда справимся. Пока мы освоимся с управлением. Вот, кстати, нашего Джеффри почти убили. Что неприятно. Так, ты. Можем скользнуть и выпнуть тебя наружу. Так. Плюс этот бьет перед собой, этот бьет здесь. У него здоровье 13 осталось. 20 урона. Так он 11 урона нанесет. 11 урона можно ему нанести. Но лучше делать, наверное, дэш. Но так как дэш стоит единичку. Лучше сперва, наверное, сделать какой-нибудь размах. Или быстрый выстрел, чтобы нанести ему урон. Ой, мы умерли от кровотечения. Кошмар. Кошмар. Ладно. Это нехорошо. Кошмар. Ну, можем хотя бы реплей посмотреть, как оно все происходило. Сначала было хорошо. Но вот потом мы начали ложать. Когда окружили нашего лучника, я им не убежал из-под атаки и защиту ему не наложил. Если бы на щиту наложил 8, он бы тогда, у него было больше здоровья, он бы выжил. И вот сейчас бы не получил урон. Да. Если хоть и музыки не хватает. А так вот наш товарищ пиночками неплохо так вытребил ребят из равновесия. 3 уже вывел. Но. Так, можем заряжать. Цель выпуска становится настроенным на один ход. Джеб. Бесплатно 3 урона получаем моментом. Да, давай. Так, новый квест. Еще один странник. Кто здесь? Полегче, полегче. Я никогда не причиню. Я просто организация, которая приносит баланс в королевство. Мне нужны люди, подобные тебе. Подруги, подобные мне? Я не уверен, что баланс — это мой стиль. Ты сделал больше попыток уничтожить эту банду, чем все мои люди за все эти недели. Если ты к нам присоединишься, мы дам тебе ресурсы, чтобы ты смог с ними сражаться. Ну, давай присоединимся. 50 монеток. Окей, такие ресурсы я ценю. Полагаю, что ты используешь их, чтобы подготовиться к битве, которой легкой-то не будет. Так. А теперь я один. Джеффри нас покинул. С одной стороны, это хорошо. Соответственно, у меня же карты его тоже будут, да? Нет, да, у меня его карты все еще со мной. И это печально. Так, ладно, давай посмотрим. На альт можем посмотреть информацию. Это удобно.
Меня атакуют сразу двое. Вот этот товарищ. Трикстер. Он использует немного магии с трюками в рукаве. Мистические толкания. Надо всегда смотреть, что они там собираются делать. Яда собирается меня бить. Агрессивно толкает, наносит 6 урона. Надо, наверное, отойти ему за сторону. Потом оттолкнуть в противоположную. Хотя. У меня передвижение, вот оно. Одно. Я могу отойти вот сюда. Так, теперь. Я могу тебя ударить и оттолкнуть. Могу оттолкнуть двоих в разных направлениях, могу сперва ударить. Давай сперва ударим. Так, оттолкнуть и нанести 5 урона. И нанести 5 урона и толкнуть. В принципе, что-то примерно одинаково. Но все равно он в меня попадает. И это мне... Надо было тебя отталкивать. Как-то не это. Ну-ка, давай-ка еще раз. Так, я могу вас двоих оттолкнуть. Но это мне не сильно поможет. Я могу оттолкнуть вот сюда. Ну, а товарищ во всей прямой бежит. Что мне тоже не очень поможет. А ты плотный. Не повезло с картами, наверное. Ладно, давай тогда... Я ради у тебя. Ты отходи. И пиночком я тебя отверну. И боже, ты все равно в оба трикстера. Это не очень помогает. А, это не помогает. Ладно, давайте. Сделаем так, будем получать урон. Так. Можно бить кого-то. Джеб. Может кого-то джебом ударить. Отбежать куда-то туда. А можем его толкнуть потом фронт пиночком. Давай джеб тебя. Получили больше энергии. У нас 4 энергии. 20 урона. Кому тебя? Так, мы можем отбежать сейчас. Можем еще кого-то ударить, конечно, на 10. Но нас сейчас будут с двух сторон бить. Поэтому лучше отойти сюда. Так, конец хода. Так. Ах, он сейчас он меня достает. Ну, он так и так меня доставал. Жалко, что его не добили. Ребятки с посохом здесь стоят. Обучение было на скелетах. Хм. Так. Заряженный удар. Так, эти ребята целятся вперед. Слушай, ну я могу сделать так. Отойти. Теперь могу сделать на шаг назад, назад отойти. Сейчас я все еще нахожусь под прицелом. Давай отойду. Все. Конец хода. Так, теперь я могу кому-то из них подойти. Наверное, подойти вперед. Ударить джебом. И быстрым ударом тебя.
Так, а я не могу двинуться дальше от цели, потому что меня тут из двух сторон зажали. Но я могу кого-то из них толкнуть, и тогда попадет под огонь своего трикстера. Если я тебя толкну, ты его атакуешь на 6. Окей, пусть так. Что дальше? Я могу ударить на 20 тебя. Вот я могу длинным ударом ударить. Вот твой. В принципе, без разницы. Давай так. Тебе этого хватит? Я могу дэшем отправить бежать сюда. Тебя пока ударить никого не могу. Ты атакуешь его. В принципе, меня сейчас никто не атакует, что хорошо. Отлететь отсюда не вернет. Я подожду, может, кто-то из них сюда подойдет. И завершаем ход. Бам. Толкнул его. Этот бьет его. Ага, этот боится, что его вытолкнут. Правильно боится. Правильно боится. Так, вот у вас 41 здоровье. Надо как-то это... И он стреляет. Да? Что он будет делать? Дальняя атака. Отталкивает, носит 6 урона. Этот... Тоже дальняя атака. Указано. Ждет цели. Я могу разделить, конечно. И оттолкнуть кого-то. Заряженный удар, наверное, нет. Могу отойти в сторону. Так, я могу сперва толкнуть тебя, а затем отойти в сторону. Давай так и сделаем. Ты. А, вот они оба в сторону отошли. А почему иногда один из них отходит? Странно. Не очень понятно. Так, я могу отойти сюда. У тебя 36 здоровья. Давай сюда отойдем, чтобы не получать урона. Но в целом все. Ты атакуешь его. Нам пока атаковать некого. Завершаем ход. Нет, он его не атакует. Жаль. Была бы тут карта для обмена. Так, ну можем сделать... Так, это было неплохо. Так, у меня еще одна энергия есть. В принципе, я могу удобно уйти как-то с этого места. У тебя 26 здоровья. Значит, надо явно отходить. На единичку давай отойдем. Вот сюда. Так, есть у нас слип. Есть слип. Отходим и пиночек. Он не так зрелищно падает, как в битвах в тесных пространствах. Но давайте посмотрим, что у нас получилось. А мы идем в противоположных направлениях, отталкиваем. Да, здесь мы ему попались. Ну, дальше вроде все было относительно неплохо. Бьем тебя. Бьем тебя сильно, отталкиваем. И отходим. Он стреляет тому в затылок. А, нет, сейчас вот здесь второй раз мы получаем урон. Все, но больше мы урон не получаем. Я тут оббегаю стол. Я отскакиваю от тебя. И отхожу. Пока никто из них меня не атакует, поэтому просто я избиваю одного из них. Эти вот что-то с палками ходят. Отталкиваю одного, он сейчас получит по затылку. Ударит своего же. Оттолкнет его. Я могу сказать, что эта игра сложнее, чем битва в тесных пространствах. Хотя бы потому, что тут надо контролировать несколько героев.
Это был хороший ход. Это было просто красиво. Отлично. Так, убираем новую карту. Быстрый выстрел, наверное, пока не нужно. Так, шокирующий, удушающий слэм. Кидаем на 7-6 урона. Может быть использован только с персонажем, у которого нет оружия. Так, возьмем разделить. Чтобы толкнуть в двух противоположных направлениях. О, Джоффри. Джоффри, ты еще жив? Удивительно. Они сражаются, используя способности, которые я никогда раньше не испытывал. Мы назовем их настроены. О. Разве это не наш вот любимый Неркрокер, скающий в тени джентльмен? Мы отслеживаем случаи, когда люди имеют доступ к этим сверхъестественным способностям, и ситуация становится все хуже и хуже. Используя эту силу, банда захватила этот регион. Представь себе, что бы смогла делать эта сила, и будь у этой силы целая армия. И как нам тогда отбиться? Нам нужно боиться, что у нас есть доступ к самих этим к настроенным людям. Они могут быть полезны для тебя. Нам дают волшебницу. Сесилию Крамп. Может излечивать всех. Давай наймем. Сесилия Крамп на это. Забавно, и все, вот это вот все. Они вообще могут сражаться? Поверь мне, я могу. Так, источник контроля битвы — это старый монах. Один из первых настроенных, с которым я имел дело. Его жажда власти привела его на темную сторону. О, сильный похотливый монах. Понял, принято. У него особняк есть. Он использует его в качестве базы всех операций. Оперативной базы. Использует банду преступников для защиты. Пройди мимо них, у тебя получится шанс найти его. Но будь осторожен. Как только ты войдешь, ты не сможешь выйти, пока либо он, либо ты не будете побеждены. Окей, можем пойти посмотреть, что у нас в таверне происходит. Можем пойти к торговцу, кстати, в таверне мы не были. Давай посмотрим, что у нас здесь. Можем найти еще члена команды. Забавно, нас может быть много. Нам бы вылечить нашего члена команды. Надо бы, наверное, в магазин идти. Ну, пошли. Видимо, проиграем сейчас. Ну что? Потому что нас двое, а должно было быть трое. Но, увы. Так. Что происходит? У нас под атакой находится наш боец. Его убьет вот этот товарищ. Мы можем сюда вот в сторону скользнуть. И стукнуть тебя на 20. Еще на 10, наверное. Все, конец хода. Так, еще один товарищ с посохом пришел. Так, пронзающий выстрел мы никто не может использовать. Давайте оценим. Моя волшебница сейчас под атакой сразу двоих. А на тебя нападает один. По идее, надо волшебницей куда-то отходить. Безопасное место здесь, чтобы отойти, оно одно. Вот здесь. Так, тогда он будет атаковать его. А я могу его отпихнуть. В принципе, да, мне этого хватит, если я отпихну. Но перед этим я могу ударить. О, его нету. Фу. Окей. Давай тогда подойдем сюда. И у меня есть еще один ход. Давай-ка мы тебя в стенку впечатаем. Как тебе такое? Он еще сейчас своего выстрелит. Так, здесь появится новый враг. Этот же не будет в него стрелять. Так, мне бы... Что делать? Отойти в сторону, наверное. Сюда. Да, давай. Ты отойди сюда. Так, мне никто тут не угрожает. Теперь ты
Тебе надо тоже отойти. Огненный шторм. За 3 заменяем атаку фаерболом до конца битвы. Вот надо собраться еще. Целых 3 мана. Если мы это сделаем, мы получим урон. Заряженным атака тоже мы ничего не сможем сделать. Надо, значит, делать дэш. И дэш, наверное, на 2. Куда-то вот сюда. Так, и теперь пошло время наносить урон. Заряженного удара 20. Ну, или дэшем сюда подойти. Но мы вдвоем его ударили бы. Но что-то я не подумал на этот счет. Зря. Зря-зря, но давай тебя... Ну, не выбили. Уже. А, ну хотя у нас есть еще одна энергия. Окей. Завершаем ход. Так. Вот сюда можем еще всех толкать. И спихивать с лестницы. Надо это помнить. Так, можем всех излечить. Так, у меня под атакой этот атакует меня сзади. Чего же все сзади-то ко мне подходите? Так, собственно, если я отойду сюда, я могу столкнуть тебя с лестницы. Но. Тогда придется делать дэш сюда. А у тебя 17 здоровья. Я боюсь, что у меня не будет возможности. Я подумаю, как это лучше разрулить. Я могу скользнуть сюда, сделать дэш сюда и убрать тебя. В принципе, ну тогда ты будешь меня атаковать. Это слип, дэш и сепарейт. Тогда мне не хватит на размах. Я могу сделать размах. Размах нанесет 6 урона, что вам будет явно недостаточно. По идее, если бы я стоял здесь, можно было бы тебя выпнуть. Но так я не смогу. Может тебя оттолкнуть? Ты толкаешь и носишь 6 урона. Давай я тебя, наверное, оттолкну сейчас. Все. Меня сейчас никто не атакует. А эта дамочка тогда может идти делать свое. Слип, удар и дэш, да? А, она не может оттолкнуть. У нас же эта атака одна была. Но. Можем взмахнуть ударом и скользнуть вот сюда, чтобы нас никто не атаковал. Можем защитить всех. 4. Это, наверное, будет лучше. Все, завершаем ход. Так, 18 урона можем отодвинуться подальше от него. Либо джеб сперва. Уж 18 урона мы тебя убьем. Поэтому джеб можем в тебя. Ну-ка давай. Отлично. Еще я толкнул его. Здорово. Так, теперь тебя флешкик. Так, и мадам. Ух ты, снова 4 энергии. Но нам не хватает. Не хватает карт. Еще бы карты потянуть. Новые. Карт нету. Карт у нас общая для всех. Так, как нам убрать карты? Все, правой кнопкой мыши убираем карты. Ну, давай здесь постоим. Конец хода.
Так, я могу его выпнуть. Минус 25 здоровья. Это будет хорошо. Давайте так и сделаем. Есть. Теперь, что касается тебя. Где уязвимость на тебя наложить? Сам думаю, можно. Только не ты. А, вот тогда он в меня наложит уязвимость. Ладно, пока стоим здесь. Ждем. Так. У тебя 14 здоровья. В принципе, тебе флешкика будет достаточно. А я не могу тебе разыграть флешкик, потому что мне некуда отодвигаться от тебя. Ну чего, смотри, джеб. Потом я отхожу в сторону. И вот теперь-то я могу сделать красивый прием. Но это не все. Мы сейчас к боссу уже движемся. Потом сейчас мы вдвоем должны пытаться с боссом справиться здесь. Так, здесь у нас окно. Некоторые карты могут давать мне возможность контратаковать. У некоторых врагов есть такая же возможность. Смотри на вот такую вот иконку. Как раз наша контратака будет атаковать любого входящего, то, как его атакуют, в своей обычной дальности. Враг с контратакой атакует и меня, и других врагов. Без разницы, чья атака вызвала. Окей, меня атакуешь ты. Волшебницу атакуешь ты. Стип и дэш. В принципе, нам помогут. Размашистый удар по вам двоим. В целом неплохо. Так, мы можем выпнуть их только вот туда. Так, я могу выпнуть тебя. Но ты 6 урона и 2 кровотечения. Так, а у кого из вас контратака? У тебя контратака есть. Поэтому тебе надо будет осторожнее. Так, ну давай размах. Чтобы 10 урона нанести. Так, у меня осталось 2 энергии. Надо отходить. Флешки, конечно, красивая вещь. Но реально надо отходить. Поэтому вопрос кому. Она может отойти сюда? Либо я могу отойти сюда. Ладно, я-то могу в сторону отойти. Вот пусть лучше волшебница использует слип сюда за угол. А-а-а. Надо было наоборот делать. Я буду выйти под твою атаку. Нехорошо. Нехорошо получилось. Переигрывать это как-то не очень хочется. Вот я все равно получу кровотечение. И дэш меня сейчас не спать. Надо было сперва делать дэш, потом отходить. Давай реально. Это. Делаем тогда по-умному. Размах. Теперь сперва отходим. Теперь мадама отходит сюда. Все. Так намного лучше. Так, тут меня с двух сторон зажали. Надо как-то из этого выходить. У тебя контратака. Как тебя атаковать? Ну, пойди разберись. В принципе, ударчиком, который отталкивает, можно, наверное, с тобой разобраться. Но сперва надо отойти. Предлагаю отойти сюда. А тебя, вперед, видимо, дэш делать. О, я могу делать так. Да, я могу подбежать. Так, фронт-кик. Что у нас идет? Я приблизишься.
Удар на 4 и оттолкни. Если я его оттолкну, он сможет меня атаковать, интересно? По-моему, он меня мечом не должен достать. Ну-ка, давай. А, я не тем персонажем его толкнул. Ладно, в принципе, мы в безопасности. Мы в безопасности, у нас осталось даже немножко энергии. Можем о 20 тебя ударить. Ладно, ток, в принципе, тоже сойдет. Но надо быть на будущее внимательнее с этим. Конец. Так, следить за их мечом. Так, отойти в сторону. Куда-сюда. Так, и что потом? Джеб, у тебя контратака. Тебя лучше не джебить. Джебить лучше, например, тебя. Я могу отойти сюда в сторону. И оттолкнуть тебя. Ну, зачем мне тебя отталкивать? Может, тебя оттолкнуть. Собственно, если я дойду в эту сторону, я толкну тебя, ты будешь быть его, да? Давай тогда дама сделать проводаж. Окей. Она в безопасности. Я скажу сюда. Все, он будет атаковать его. Нас никто не атакует. Джебом я тоже никого не бью, к сожалению. Так. Этот товарищ до меня не дотягивается. Меня бьет вот этот товарищ. У которого 35 здоровья, которого можно пытаться скинуть. Ага, скинуть, у меня есть дэш. А, скажите, это быстрый удар. И огненный шторм. Так оставлять нельзя. Надо менять позицию. А как менять позицию, если у нас... То я могу отскочить вот сюда. Наверное, сперва дэшем. Правильно, наверное, будет дэшем. А, я здесь стою, да. Я стою здесь. А куда я могу дэшем отойти? Я могу сюда отойти. Но это будет слип. Тогда что мне делать нашим рыцарям? Может, кого-то... Вот тебя можно убить. Тебя можно убить, и тогда... Ну, давай тебя добьем. Тогда мы можем делать дэш в сторону. Давай. Все. Дорога для отступления открыта. Делаем дэш. А ты делаешь слип. Так, длинный удар. Темная магия. Укладывает две уязвимости на всех врагов. Где же у нас все наши удары? Мне нравится, что у меня есть, конечно, перемещение. Но ударов у меня как-то маловато. Бить тебя? У тебя 20 здоровья осталось. Не. Давай я вот сюда прибегу, и тогда тут никто не появится. Так. Чтоб просто никто не появился. А ты скользнешь куда-нибудь вот сюда, например. И ударишь его. Слабенько ударишь на 10. Но все лучше, чем ничего. И можем наложить уязвимость. Давай наложим уязвимость на всех. И теперь атакуешь. О, точно. То-то так неплохо. Так неплохо, согласен. Мне нравится, как все вышло. А, здесь никто не появился, отлично. Теперь... Ты тяжелым ударом 20 наносишь. Я же тогда тебя убиваю. И можно тебе больше не беспокоиться. Все, никакой контратаки. У тебя 35 здоровья.
Но я не смогу сейчас тебя добить. Но могу ударить и толкнуть. Так. 6 урона, я думаю, я тебе нанесу. А здесь... раз, раз, два. Это минус 2 энергии. Нет, я к тебе подходить не буду. Хотя, ты, в принципе, потратить 2 хода, чтобы просто к тебе подбежать. Наверное, нет. Давайте все-таки сделаем более привычные ходы. Он выжил. А, у него 23 здоровья, да. Еще бы он не выжил. Точно, она же посохом атакует. Когда атакует посохом, она отталкивает. Надо это не забывать. Вот на нее наводишь. Показано, что атаки оружием, они толкают цели. Может быть, магические атаки. И атака оружием носит больше урона. Так, у нас есть миночек. Можем нести 8 урона и толкнуть. У него 38. Хотя я думаю... Так, арка из 5. Раз, два, три, четыре, пять. Можем размахом сделать, чтобы нести 6 урона. А дай пробуем размах сделать. Только за тебя. Интересно получилось. Ладно. Этот жив. Этот тоже жив. Но можем сделать длинный удар и фронт-кик. Он меня толкнет. Сперва тебя пнем. Вот он самый монах. Так, у нас, в принципе, со здоровьем все неплохо. Проблема в том, что у нас 2 персонажа вместо 3. Вот он, монах. Может использовать магические атаки. Так. Можем сквозь двери кого-то выпихнуть. Так, есть... размашистый удар. Так, мы надо отойти с его зоны атаки как-то. Так, давай сперва ты на 20 ступишь вот сюда. Я думаю, это неплохой вариант. Теперь мне бы... Я, в принципе, могу нанести урон. Я приблизился. Но я могу отойти сейчас в сторону, чтобы мне не задело. Вот так, и я не получу урона. Да? Ну, их много сейчас. Так, что у нас есть миночек, который носит 5 урона и толкает. Кого-нибудь будет туда вытолкнуть? А, слушай. Можно. Можно я бью, толкаю. Она сюда проскальзывает. И чё? Она может сюда проскользить.
но флешкик она не сможет сделать, потому что ей надо отойти подальше от цели. Хоть забавно, что он меня сейчас не атакует. Так, может надо мне его атаковать, чтобы он оттуда подальше отлетел. Ага, сейчас он меня атакует, когда я подальше от него отошла. Это нехорошо. Это нехорошо. Ладно. Пойдем сюда. Так, если я к нему вплотную подойду, он тогда не будет атаковать. Поэтому давай я подойду к нему вплотную. И вот он меня уже не атакует. Страшно, конечно. Так, мы можем избавиться от одного. Я сейчас играем разделить. Этого ударим об спинку кровати. Этого убьем. И это будет хорошо. Давай так и сделаем. А, он выжил. Почему он выжил? Не ясно. А, жаль, что ты выжил. А, я могу отойти в сторону. Так, заряженный удар, это, конечно, хорошо. Вопрос, кому в какую сторону отойти? Я могу отойти в сторону вот сюда. Я могу ударить тебя на 30. Призывает скелета воина. Он сменил 45, 30 урона, но тогда я получу от тебя и от тебя. Так, надо отходить. Я думаю, со скелетами воинами мы справимся. Отходим сюда, чтобы нас никто не атаковал. Теперь надо дышаться. Вот, а, видимо, вот сюда в сторону. И заряженный удар ты будешь делать по кому? У тебя 35, у тебя 26. Ну, давай по тебе. Конец хода. А вот и скелет. Так, враги могут использовать блок, так же, как и я. Чтобы нанести им урон, мне надо сперва уменьшить их блок до нуля. И использовать способности, которые игнорируют самый блок. Не, ну если я выиграю, это будет, конечно, чудесно. Учитывая, что у меня должно быть три персонажа. А одного персонажа я по дороге потерял. Просто по недосмотру. Хотя в дверь можно пробовать кому-нибудь вытолкнуть. Так, вот двое персонажей атакуют меня здесь. Двое персонажа атакуют меня здесь. У меня есть и Dash Asleep. Что хорошо. Хотелось бы его выпнуть. Но его защищают. Давай, наверное... По качеству Слипа и Дэша у нас по сути ничего и нету. Есть небольшой подхил, но нам это не поможет. Поэтому давай Слип сюда. И... Дэш. Так. До двух тайлов он атакует, поэтому Дэш надо делать явно вот так. Тут мы в безопасности. Можем получить 10 блока. Но зачем? А, ну чтобы просто был, блок-то сохраняется. Давай, пусть у тебя будет 10 блока. Все, ход. Блок же сохраняется, правильно? Так, надо слип и дэш делать. И помимо этого еще и отходить. В принципе, я пиночком. У меня есть джаб, чтобы получить больше энергии. Я могу получить моментом. Я могу разыграть джеб в тебя, когда ты оттолкнешься. И это хорошо. Дай-ка мы тебя. Смотри, джеб. Как тебе такой джеб, который отталкивает, а?
так, но тогда в меня бьет вот этот товарищ. Надо как-то от этого избавляться. А как? Пиночек? Пиночек, да. Надо мне в сторону соскочить и толкнуть его в сторону. Так. И давай я толкну его в сторону подруги. Лови. Его обратно толкнула. Ну ладно. Это забавно. Это забавно, слушай, но тогда беги к нему сама, раз такие дела. Толкаем тут его. Отлично. И там друг друга пока бьют. Нет, это интересно. Еще чуть более удобное управление. Возможно, немножко зум, наверное, менять. Было бы лучше. Так, у нас есть, он же делает слипы и дэши. У тебя уже 32 здоровья осталось. Так, нашу атакуют с трех сторон. Вот, наверное, ей надо делать слип сюда. А тогда его атакуют с двух сторон. Неловко. Неловко. Ладно. А можем разделить? Мы можем разделить. А, либо... О, я придумал. Я, кажется, придумал, что мы сделаем. Ты? Иди сюда. Все, здесь мы от этих двоих можем оттолкнуть. Мне кажется, он в окно не вылетит. Так, я могу разделить их. Вот этих двоих. Тогда ты будешь атаковать его, ты будешь атаковать его. Это будет хорошо. А я потом могу сделать дэш и кого-то еще ударить. Ну давай, разделяем. Отлично. Теперь мне достаточно сделать дэш будет вот сюда, чтобы уйти из-под атаки. Мои атаки они должны толкать, поэтому он просто получил 4 урона. И еще 13 урона от меня. Так, так как я не хочу получать по затылку, я, конечно, могу добить монаха, но они же все равно все будут тут жить, поэтому давай я сейчас сделаю дэш вот сюда и завершу ход. Он призывает еще одного скелета. Я думаю, это не страшно. В этом ребята друг друга бьют. Так, меня уже с трех сторон бьют. Вот это уже немножко пугает. Ваши мысли бьют с одной стороны. И можно будет просто дальше в сторону сделать. А вот мне надо будет, видимо, в сторону отходить потом. Так, ну я могу разделить. Я думаю, этого хватит, чтобы нанести тебе нужное количество урона. Давай попробуем разделить их вот так. А ну разошлись. Так, отлично. Теперь длинный удар. О, давай волшебницей сделаем дэш сюда в сторону, чтобы ее никто не мешал. У меня остается две маны, две энергии. Я могу ударить тебя. И, в принципе, тебя это убьет. Пусть я могу просто сюда отойти. Давай так и сделаем. Волшебница бы его добила. Так, я отхожу сюда, к кровати. Так, ну вот нас окружили, да? Что будем делать? У нас есть тяжелый удар, 20 урона наносит. Так, у тебя 13 здоровья, у тебя 13 здоровья. У тебя 27. Угу. Уж ну это вот неприятная ситуация. А с другой стороны, при атаке мы кого-то оттолкнем. Если она будет атаковать. И она же кого-то убьет. И она сможет потом сделать дэш в сторону. 11 урона.
13-13, а может, не сможет. Так, ну я могу ей выйти из по атаке сюда. Она может атаковать тебя, толкнуть тебя сюда. И тогда ты умрешь, наверное. А если не умрешь? Вы странно. Уж нет, я тебя убью, я сделаю дэш сюда. Все. Делаем по-простому. Главное, чтобы меня не вытолкнули. Так. Это просто... А. Это бьет на дальности 2. Так, давай посмотрим, что у нас есть. У нас есть размах, который поможет убить тебя... И тебя, наверное. Но тебя он не убьет, к сожалению. Мы можем оттолкнуть их. Если я шагну вот сюда. Я, кстати, магию как-то совсем не использую. Наверное, зря. Так, если я шагну сюда. И сделаю размах. Я смогу оттолкнуть их. И, наверное, он добьет его. В целом будут в безопасности. Давай, наверное, так мы попробуем сделать. Я даже могу выбрать, кого хочу бить. Потому что я могу вот этих троих. Могу вот этих. Вот урона наношу немного. Да, вот так вот. По вам двоим. Окей, тебя оттолкнули. Нас никто не атакует. Это хорошо, я могу использовать темную магию, чтобы на вас уязвимость навести. Лучше поздно, чем никогда. О, точно, скелет же еще остался. Вот, скелет не следил. Надо было дэш делать. Я, кстати, мог делать дэш. Мне тут было свободно. Ладно, как-то расслабился уже к концу Б. Так, у нас сейчас атаки нету. Совсем нет атаки, есть блок. А, есть заряженный удар. Ладно, есть атака. Есть атака. Вру. Ну, давай тогда слип. Кому сколько? У тебя 21, у тебя 12. Давай тебя из-под атаки еще уведем. Дэш сюда. И 20 урона в тебя. Так, можем разыграть джеб. О, хоть у нас куча ударов. И 13 урона, и 16 урона. Так, подходи. Подходи сюда. Мы начнем с джеба. Отлично, ты будешь бить его. Или не будешь. Я могу... Хотя у тебя 3-3 здоровья осталось. Так, если я ничего не сделаю, он бьет его и убивает его. Я могу сделать... А, я не смогу сделать. Пиночек. Давай тогда сделаем так. Так хотя бы красиво будет. Нравится мне это движение. Все, завершаем ход, и следующий ход будет последним. Да, нам удар пришел, у него 6 здоровья. Я думаю, тебе этого будет достаточно. Но не, у тебя же броня. Ладно. Окей. Мы завершили демо-версию рыцаря в узких... В тесных пространствах. Пока. А сейчас сделает еще, но лучше. Да.
не самый лучший результат. Мы потеряли одного нашего сопартийца в процессе, но 2173 очка получили и, главное, победили босса на обычном уровне сложности. Все-таки это возможно. Ну и, думаю, достаточно посмотрели на эту игру. Ее немножко отшлифовать, и будет примерно, возможно, даже более интересная вещь, чем битва Fights in the Tight Spaces. Тут уже зависит от того, кому какой сеттинг нравится. Играть за одного напротив противников с огнестрелом различных ниндзя, а играть в таком вот средневековом сеттинге сразу за команду героев, но против всяких зомби, скелетов, магов и прочего. Большое спасибо за просмотр и увидимся!